сейчас только что у нас закончилась вечерняя тренировка. Я давно хотел снять это видео, давно хотел показать, если вы обратите внимание, на заднем плане тренируются простые девушки, простые парни. Может быть, они работают менеджерами. Может быть, еще, которые приходят сюда после работы, тренируются здесь, в зале, они изучают ММА, им очень нравится ММА, так как это универсальное средство для того, чтобы поддержать свою фигуру в форме, да, чтобы быть красивым, стройным, точно так же, чтобы хорошо дышать, чтобы погонять кровь, чтобы не было проблем с сердцем, не было проблем с дыханием, точно так же, чтобы в любой момент уметь хотя бы элементарно постоять за себя. Они не собираются быть профессиональными спортсменами, да, им не нужно выступать на боях. Они просто приходят и занимаются для себя. Что интересно, для меня, когда я первый раз приехал в Америку, для меня это было немножко шокирующе. Видеть, где люди, да, это не молодые люди, у нас, как правило, дети только занимаются. Выходят в зал, колодят эти кружки, занимаются ММА, занимаются партером. Вот вчера, вот, например, тут были 50-летние мужики, они тут изучали партер под джиу-джитсу. Это очень интересно и радует то, что они занимаются спортом, да, занимаются физической культурой, что они будут здоровее, а не так, как у нас. У нас, ну что у нас альтернатива — выпить пиво, да, у большинства, посидеть, поболтать за политику, еще за какие-то там вопросы. Говорю, что меня шокировало, я давно хотел снять это видео. Еще раз, обратите внимание, вечером здесь занимаются простые люди. Профессионалы с утра, вечером занимается для себя. Все.